Впервые в Северокавказском федеральном округе, в частности в городе Нальчик, в здании государственного концертного зала проводится Общероссийским народным фронтом антикоррупционный форум «За честные закупки». Город Хасавюрт представляет делегации числа представителей сферы образования, общественных деятелей и средств массовой информации. Организатором мероприятия является проект Общероссийского народного фронта «За честные закупки». Проводился форум с целью конструктивного диалога заказчиков, представителей бизнеса, журналистов на тему государственных и муниципальных закупок. Важность и эффективность блогеров и журналистов в данной сфере отметил руководитель проекта Антон Гетта. Общественный контроль – это открытый процесс. И этот открытый процесс нужно как можно больше освещать. И коллеги, присутствующие блогеры, я надеюсь, вот те примеры, которые будут звучать, и что самое главное, поняв, как этот процесс работает, войдя в это партнерство с Народным фронтом, они будут освещать дальше те закупки, те неэффективные решения, которые будут выявляться нашими активистами. И, конечно же, рассказывать про тех эффективных чиновников, которые, как минимум, не нелепыми оправданиями пытались отбиться от этих сигналов, а эти проблемы решали, и мы их в том числе будем приводить в пример остальным, как налаженный конструктивный диалог и как решение именно задач, а не стояние по разные стороны баррикад. Современные журналисты берут на себя много функций. Они не только рассказывают, но и добиваются решения проблем. Это и называется гражданской журналистикой, говорит Юлия Загитова, руководитель департамента Центрального штаба Общероссийского народного фронта по работе с независимыми СМИ. Кроме того, она подробно рассказала о конкурсе для журналистов, проводимом фондом «Правда и справедливость». На этой неделе у нас стартовала заявочная кампания нашего второго конкурса журналистских работ фонда «Правда и справедливость». В прошлом году у нас был такой конкурс, были победители с Республики Дагестан. В этом году мы снова проводим конкурс. В нем смогут принять участие все региональные журналисты и блогеры, если их работа была написана с 1 января 2015 года до 31 декабря. Проект «За честные закупки» – эффективный инструмент для реализации усилий всех участников межсекторного взаимодействия, когда государство, товаропроизводители и гражданское общество могут объединить свои усилия для реализации поставленных президентом страны задач по эффективному контролю государственных трат на государственные закупки. Сегодня, я думаю, узнали очень много полезного для себя, в частности, как правильно информировать, то есть освещать в СМИ, как сказали эксперты, сомнительные госзакупки и так далее, как правильно проводить социальный мониторинг этого, как можно воздействовать, опять-таки узнали новые механизмы и, ну, надеюсь, в нашей работе это пригодится и будем в дальнейшем работать. Этот форум является первым на территории СКФО. Я надеюсь, будут чаще проходить такие форумы, и мы многому научимся. В рамках форума поднимались вопросы усовершенствования системы государственных заказов в области нормирования и строительства, а также общественного контроля при проведении госзакупок. Программа форума включила в себя две основные сессии. Система госзаказа, главные вызовы, перспективы развития и общественный контроль и конструктивный диалог, нормирование и ограничение конкуренции. Также отдельно были проведены образовательные семинары для заказчиков, для бизнеса и для журналистов на тему журналистское расследование в сфере госзакупок, онлайн-инструменты. По оценкам специалистов, форум должен стать новым импульсом для реализации проекта «За честные закупки» в Северокавказском федеральном округе. Нажиулла Абдуллаев, Магомед Темирсултанов, информационная программа «Пульс».